ходила за Ильян. На воду. Шея какая-то. Покопы! Ужас! Нестор, три поклона. Помолись. Помолитесь. Господи, благослови нас. Все, Нестор, давай, развязывай. Там где-то, с той стороны. Нашел? Хороший рюкзак. Открывался? А почему? А почему? И помаленьку? Сегодня у нас 18 июня 2018 года. Вот мы пришли на Рыжковский пруд. Траву все, подносите сюда. Доброе утро, тетя Люба. Доброе. Нам большая помощь пришла. На помощь. Почему ты без рукавиц? Изношенный бульдозер. А, без рукавиц спрашиваю. Я еще не посмотрел. Это не надо делать. Иди к велосипеду, там лежат у меня рукавички вот в корзинке. Не, не надо. Пожалуйста, иди. У меня есть рукавички. Вымотаешь, а потом скажу, рука мозоль. Не надо рвать, его надо отрубать. Отрубать, я говорю, надо, а ты тянешь. Не, не тяни. Рубани его вниз, внизу. Все. Так, Володя, я тебя жду. Пусть они начинают дальше копать. Куда их копают? А мы сейчас протянем вот эту вот сколько. Дадим здесь копать.
упадет. Сейчас надо по уровню ставить. Вот эта доска, она не нравится мне. Ну-ка еще другую там надо, она неровная. Сейчас по уровню выводим, а там стенки будем выводить. Видишь, вот постелили. Там шерсть наслали. Не все хорошо, но по-другому пока никак. Здесь сейчас проложим сеном вместе с шерстью. Чтобы если вода здесь прорвет, то дальше, чтобы она не шла. Видишь как? Дальше наклон, 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 она дальше туда должна уйти. Так, все, идите там дальше, копайте. Берите лопаты. Мою только не трогайте. А, так это нет лопаты. Так, сейчас подавайте вот эти доски, Володя. Доски подать. Угу. Шесть досок. Давай вот это все пока закончи, положи там где-нибудь.